Столица Чувашии планирует увековечить картофель. В столице республики в ближайшее время может появиться памятник второму хлебу. С такой инициативой в Министерство сельского хозяйства обратился житель Красноармейского района. Его предложение вынесли на обсуждение экспертов, которые собрались на межрегиональной выставке «Картофель». В Чувашии картофель уже давно стал брендом. Республику называют передовым регионом по производству этой культуры. В прошлом году аграрии собрали более 600 тысяч тонн второго хлеба. Правда, это не самый лучший показатель. 30% урожая уничтожили обильные осадки и летняя засуха. Однако дефицита картофеля республика не испытывает. А скоро Чувашия станет единственным регионом в стране, где будет установлен и памятник этому корнеплоду. Правда, пока неизвестно точно, где появится скульптура. Но эскиз уже разрабатывается. Глава республики Михаил Игнатьев одобрил эту идею. На самом деле ассортимент огромный, и от того, что они хотят вот это сделать, я только приветствую. Потому что это все будет не за счет бюджетных денег, все это на общественных началах, они инициативу проявляют, соответственно, и за счет метода не имея, как обычно бывает, сделают данное доброе дело.